и как? Какие? Всем привет, ребята! Сегодня мы будем брать интервью у Захара на этот золотой микрофон. Это у нас шоу будет «Интервью на кухне». Привет, Захар! Привет! Захар, а сколько тебе годиков? 4. Правда? 4 годика? Да. 4 годика. Нет, на самом деле Захарчику 3 годика. 3 годика. 3 годика. Хорошо. Молодец, Захар. Захар, а как зовут твою маму? Аня. Отлично. А как папу зовут? Курица. Как? Курица. Нет, подожди, еще раз. Как зовут твоего папу? Колик. Колик? Или Толик? Колик. Хорошо. Эй! Это были подсказочки. И мы переходим к рубрике, которая называется «Все вокруг». А ну-ка, Захар, расскажи, какой твой любимый мультик? Вспыш. Про Вспыша? А какие там основные герои? Хлопчиков Скала и Скала, не знаю, как Фиолетового Волка, Зеленого Волка, Лук я знаю, Мельчак, Агва я не знаю, типа. А может быть там есть Крушила? Да, он все там френчает. Захар, а расскажи, какое время года тебе больше всего нравится? Осень. Осень? Интересно. Так, Захарчик, а скажи так, что такое любовь? Это какая мама. Захар, а расскажи, какой цвет тебе больше всего нравится? Синий. Захар, а расскажи, а какая твоя самая любимая игрушка? Джип. А теперь, ребята, вопрос. Захар, какой твой самый любимый праздник? Новый год! А почему тебе нравится Новый год? Потому что он очень красивый. Да? А что наряжают дома перед Новым годом? Красные игрушечки. А куда их вешают? На елочку. Правильно, молодец. И кто зимой в Новый год приходит? Дед Мороз. Правильно, а что он дарит? Подарки. Что тебе в прошлом году подарил Дед Мороз? Обезьянку и крэк. Кажется, у меня пофармная машина формалась. Ага, да, было такое. Захар, расскажи. А кем ты хочешь быть, когда станешь взрослым? Какая профессия? Пингвинчиком. Пингвинчиком? Да. Класс. А почему пингвинчиком? Потому что я зимой ходить. А сейчас будет следующий вопрос. Захар, скажи, что ты любишь кушать? Морковку с мяском. Захарчик, а скажи, какое твое самое любимое животное? Овечка. Овечка? Да. А почему тебе она нравится? Она очень красивая. Класс. Захарчик, а расскажи, что такое счастье? Машинки. Машинки? Да. Хорошо, отлично. То есть, когда много машинок, ты счастливый? Нет, когда джипы. Когда джипы? Да. То есть, счастье – это когда машинки и джипы у Захарчика, да? Упала машинка. Ну все, ребята, на этом пока заканчиваем свое интервью. Пока. Пока. Спасибо. Ребята, подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопочку «Подписаться» и не забывайте про колокольчик.